Всем привет, дорогие друзья! Это испытание Наксрамоса. И у нас осталось последнее для паладина. Давайте попробуем против Пелтузада. Утер и Пелтузад! Наконец-то мы встретились! Я буду сражаться с честью. То есть вы хотите сказать, что у меня будут только слизни? Мощными заклинаниями и толстыми прислужниками. Удачи. О, черт. Мне надо было их оставлять. Справедливость должна быть восстановлена. Я заморожу кровь в твоих жилах. Ой, да ладно тебе. Следуй правилам. Ну нет. Дрянь такая. По-хорошему мне не надо ему броню сбивать, да? Блин, тень вообще неприятная. Так, слизни, это хорошо, это хорошо. Сказал я и продолжаю бить ему лицо. Ну ладно. Что? Да что ж ты будешь делать-то, а? Отмщения сплошные. Жду приказаний. Зачем я выставил паладина? Кто мне скажет, а? Вот дрянь, а? Все в лицо. Я совсем забыл про это. Наксрамос принадлежит нам. А у Е у меня тут, конечно, нет в колоде, да? Печалька. Конечно, попробую отсидеться. Но ледяная стрела. А, не в лицо, смотри. Так, хорошо, мотал. Зомби, это вообще
Прекрасно. Хорошо. Ну, вроде ничего так. Сейчас мы тебе морду да разобьем. Вот это не угадал. Мы должны очистить солнечный колодец. Жду приказаний. Хотя, возможно, не надо было ставить паладинчика. Готовы сражаться. Сейчас его, боюсь, бафнет. Не, не его, хорошо. Прощай, Келтузад. Взадкел. Справедливость должна быть восстановлена. Ой-ой-ой-ой, как страшно. Не страшно? Есть еще героические. Такие дела. Ну что ж, впереди ждет нас героический режим. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока.